Все на матч, мы продолжаем прямой эфир. Владимир Путин провел в Кремле встречу с победителями конкурса управленцев «Лидеры России». Одним из триумфаторов проекта, направленного на выявление, развитие и поддержку перспективных руководителей, стал глава КХЛ Алексей Морозов. Прославленный хоккеист рассказал президенту о том, как изменится лига в связи с отсутствием пауз на игры сборной и оттоком легионеров. Сейчас нету международных пауз, мы чуть-чуть изменили структуру календаря для того, чтобы больше было таких матчей между топовыми командами, более привлекательными, чтобы наши игроки без международного опыта все равно продолжали расти и развиваться в конкурентной среде, расти и прибавлять в своем мастерстве. Легионеры уехали или есть? У нас также осталось, как в прошлом году, 5 легионеров решено. Европа не едет в некоторые страны, но нам приезжают легионеры. Не по 5 в каждой команде, но у нас еще есть время. 1 сентября у нас чемпионат стартует. Но играют у нас, да? Да, у нас есть, да, легионеры приезжают. Ну, я хочу пожелать успехов. Вы знаете, что КХЛ я придумал просто. Да, поэтому тем заинтересован в том, чтобы у вас все получилось. Да, спасибо большое. Очень хотелось, чтобы была конкуренция между североамериканским хоккеем, европейским хоккеем, пускай будет российским хоккеем. И действительно стало интереснее, мне кажется, чем было до того, как было создано КХЛ.